Хорош. Некрат, смотрите, сколько некрачей здесь. Это ужас какой-то. О, это можно забрать. Хорош. Мид, 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 пацаны. Мид. Посмотрите на это, некрачей. Просто посмотрите, сколько некров здесь. Это ужас какой-то. Смотрите, как они ломают. Тракса дала баф. 104 урона один некр дальнего боя. Ну что, друзья, всем привет! Сегодня у нас рубрика «А что если?». Я сегодня подумал, а что если 5 некрономиконов? Да, и сегодня мы сделаем такую каточку. Ребятки, у нас центральный проход сейчас будет забит некрачами. Пойдем, наверное, по центру или на боковом. Сек, берите. Сейчас давайте обусловим все правила для своей команды, потому что мы играем без войса. И... Также еще на 6, 7, 8, 9, 10 слоты зашли подписчики, и сейчас нужно тоже им вообще никаких правил. Ребятки, внизу у вас без правил. Что хотите, берите, парни. Так, а у нас, смотрите, а нам нужно будет взять таких героев, которыми можно будет, тем, допустим, нам, знаете, Риксара взять, чтобы АС было. У нас надо Венгу, Рекса. Волка. На ауры. И некрачей. Все в пятером берем. Рекса могу, я тоже могу Рекса. И можно взять еще и Зета, в принципе. На Зете тоже с некрачами. Венгу могу. Так, разбирайте. В принципе, это самые основные ауры, которые нам нужны. Это дамаг, скорость атаки и волк вторым пробафает. Можно быть вторым. А у Траксы, по-моему, только таргет, насколько я помню, будет. Но сейчас, в принципе, посмотрим. Ну, тогда я возьму Зета. А там разберетесь по ролям. Ребята. Сначала баны. Это XL. Давайте, все, поехали. Г. Ребятки, надеюсь, данное видео вам зайдет. Это фановый контент. Рубрика «А что если?». Все вы знаете, что на этой рубрике всегда весело. И давайте проведем время с таким, с весельем. Баним сразу все вот эти непонятные, неприятных героев, непонятные моменты. Все сразу отсеиваем. Возьмем Зета. Давайте сыграем на Зете. Ну, я не знаю, типа, а кто на Зете сможет из ребят, из подписчиков более-менее нормально сыграть. И, типа, сделать кучу некрачей. Давайте мы... Это сейчас просто нереальная тема будет с этими некрономиконами. Это просто будет жестко, мне кажется. Давайте посмотрим, что... Сама фишка, это чисто вот эти некрачи. Чисто с некрачами посмотреть, какова сила некрономиконов. Давайте это просто и проверим сейчас. Пикнули у нас Венгу. Главное, чтобы сейчас ребята не спалили нашу стратегию. Не спалили, поэтому надо... Я next пикаю. Я next возьму. Они сейчас могут пропалить, что надо чисто такое. Ну, хотя я возьму Зета. Возьму Зета, они могут тоже понять, в чем проблема. Или нет. То есть, понимаете, да? Сейчас могут забрать еще. Рекса. Рекса, next. Парни. Надо. Ауры. Так, взяли. Там у нас еще и пугну. Хорошо, Риксара берут. Хорошо. Смотрите, а сейчас уже по пику видно, уже видно. Сейчас оппоненты будут видеть, понимать, что сейчас будут ауры. Ауры будут. И нужно еще так. Ну, смотрите, ну, по аурам, конечно, волк просто вторым. Как хотите. Волк будет просто вторым, как говорится, парафинить. Волчара есть у нас. Тракса не так много даст. Да, тем более только дальнику, некрачу, дальнему. Луна может дать аурой, но... Как бы там тоже бонус небольшой. Бонус небольшой получается. И опять-таки с расстановкой будет проблем. Так, хорошо, ребята хорошо понапикали там. Ну, будет, походу, серьезная катка. Потом возьмем некрачей и погнали. И погнали. И погнали.
Хорошо. Ну, попробуйте. Знаете, как работает третий спелл на фамильярах визажа? Когда вы поднимаете визажи и просто их контролите, Дроу Рейнджер при нажатии пассивки пробафывает их. И у них там плюс 80 урона. Но как это будет работать не на некрочей, по идее, также должно работать. То есть, когда мы всех некрономиконов поднимем, и она пробафает, то только дальние некрономиконы будут под бафом. По идее, это так должно работать, потому что это так работает на фамильярах. Это так работает на фамильярах. А тут, если честно, не помню как, не проверял, не готовился совсем к этому видосу. Этот видос максимально спонтанный, а, как правило, все спонтанные видосы, они должны быть максимально веселые. Пока стадия драфта у нас идет, там ребята там серьезно понапикали. Это жесть вообще. Так, ну что, погнали. Центральный проход, это наше все. Это наше все где-то к 20 уровню, парни. Ой, к 20 минуте. То есть... Некра будут у всех, я думаю. Первый, второй, третий ЛВЛ. Хорошо, ребята там посвапаются сейчас. Сначала можете играть по-обычному. Но некры. Точно. Будут собрать пятером. Все, вот так вот. Все, разъяснили своей команде, как мы будем тут действовать в этой игре. Надеюсь, игра получится интересная. Я тогда буду делать так. Я возьму медас и начну сразу рашить некрочей, чтобы было интересно. Давайте распишем ребятам сразу. Я возьму медас и сразу некры. Все 5 игроков делают некры. Все 5. Да. Все 5 игроков с некрономиконами будут. Костыль, потом некро. О, нормально, типа такой расклад. Так, хорошо, это уже интересно. Мне интересно, что команда оппонентов скажет на эту контору. Что они будут делать вообще? Так, таракашки пошли. Ну, тут как бы давайте вот это сделаем. Оп. Хорош. Так, но меня вивер душит. Я тут, по идее, умираю, да? Ну, конечно. Печалька. Меня просто тараканы загрызли, этот меня задушил. Но нормально, ничего. Тут самое главное, это то, что должен быть смысл. Смысл в том, дайте мне мою ТП. Кто-то мою ТП же выложил. Честь. Пойдет. Главное, ФБшку ребята взяли. Я все равно выфармлю. Мне не главное тут КДАшки. Мне главное сам контент с того, что у нас должно быть по некрономиконам. А вивер стоит, бьет, но я тут тоже не уследил. Это первая катка, кстати, разыгровочная. В любом случае, тут будет много микроошибок, макроошибок, возможно. Возможно. Что там, какие-то приветы пошли. О, все, приветы пошли. Подписчики начали приветы передавать. Это знаете, как выглядит? Типа, блин, это на самом деле настолько забавно. Звучит даже. Передаю привет тому-то, знаете, как будто в какой-то телепередаче ты участвуешь. И дают возможность, дают микрофон. Такой, знаешь, смотрят на тебя все люди, кто сидит в зале. И ты такое. Пользуясь случаем, хотел бы передать привет моему брату, моему свату там. И всем начинаешь приветы передавать. Это жестко на самом деле. Так, ну это такое. Пойдем так попробуем, не увидит он, интересно. А, не видит он. Ну, умрет, нет. Умер, хорош. Хорош, так, реабилитируемся. Отлично в тэшку, когда спарка закидываешь, его совсем не видно. Хорош. Первое, что покупаем, это мидас. Но сначала сделаем аквилу. Аквилу. Рунка будет сейчас. Нормально, нормально, ребят. Так вот, короче, передаю там, пользуюсь случаем, передаю там приветы всем. Это вот забавная тема на самом деле. Не, ну, на самом деле, самая прикольная тема, то, что ребята все-таки как-то, ну... На уважении друг друга вот это все делают приветы. Как бы приветы можно передать. И главное не злоупотреблять, не просить лишний раз, знаете, там хен, там передай, там всем. Я могу передать, но честно, это очень тяжело, когда, знаете, очень много ребят просит передавать приветы. То есть там, ну, человек 20 за стрим, но это почти нереально. То есть, прикиньте, я каждому буду там передавать привет, это очень тяжело. Это очень морально и физически тяжело, потому что... Потому что очень много занимает времени.
Вот так вот делаю. Ну, это минус. Минус. Это плохо. Если я еще сдохну, это будет вообще плохо. Так, Виверча там, второй левел, да? Интересно, что он с шукучами? Пойдет. Плохо, что Венга добила, но пойдет. Пойдет. Я все равно быстро выфармлю. Пусть ребята фраги забирают, да? О, куда дед пошел? Видели, дед куда-то пошел за Венгой. За Венгой дед пошел. Ну, я не успеваю снять, да? А, я отменил тычку, но мне... Блин, не знаю. Я уже подумал, что сейчас он уже добьет. Гоу. Пилочек закинем. Вивер пришел, короче, задушивать. А, кстати, на миду он будет лучше стоять, чем пугна, я думаю. Так, все, у меня дамага есть, да? По кайфу. Дамага есть по кайфу. Вивер ушел, да? Хорошо. Сейчас пропушим чуть-чуть и подзадушим. Так, он поставил вард. На вард поставил. Ну, кстати, вард очень хорошо на первых левелах. Он жжет ману прям нереально круто. Ну, как нереально круто. Регены хорошо сбивает, безусловно. Вивер внизу напишем ребяткам. Погнали, что тут за руна? Ага, отлично. Можно будет, кстати, вардик задиспелить. Сейчас нужно расходники прислать себе. Сапог и расходники возьмем, ребятки. У меня круг силы не выделен. Сапог и расходники, потому что сейчас уже будет... Сейчас уже будет у нас этот... Такой прикол, что нам нужно будет сейчас пугну убивать по КД. Пугну по КД надо будет убивать сейчас. Хорош. И вардик один возьмем. Что он там снимал? Нам все равно. Правильно, парни? Правильно. Правильно, парняги. Отходим, да, вивер бежит. Так, у меня промах есть под тавером, если что, закину. Побежит вивер под тавером, промах закину. Хорошо. Вивер что-то роумит, что-то хочет от меня. Жесть просто. Давайте вот сюда варткнем. У меня, если что, промах сейчас есть, я поэтому не беспокоюсь. Ребята в чате проспамливают ББ. Если что, подходишь, промах под себя кидаешь и все. Это тот плохо, что он сейчас добьет кату. Так, это я добиваю, интересно? Нет, не добиваю. Это не добиваю. Это добиваю. Хорошо. Давайте сделаем вот так вот. Так. Раз, два. Отлично. Так вот. Погнали. Оп, хорош. Блин, как это круто на самом деле. На Зете это такая тема. Прикиньте, 4 способности вы сразу юзаете в одного персонажа. Это очень много. Это очень много. Так, ну это в принципе мы сейчас купим себе волшебную тему. Называется она как? Правильно, Мидасиус. И где-то, ну, примерно, ну, к 20-й где-то точно у меня некрочи будут, к 20-й. Если фарм такой, в принципе, среднестатистический будет. Несмотря на то, что мы руну заруинили, как бы взяли, да, ребятам подарили фражочек. Но у нас сейчас все намного лучше становится. Так, на топе там вивер кошмарит прям по-страшному. Можно для вивера, есть вот такая фишка, если тут варда нету, можно для вивера попробовать как-то сделать это ловушки, фишки. Ему там 3-4 спарка ему хватит, в принципе, я думаю. Так, ну вивер пошел на топ, он сейчас будет забирать руну, я не хочу там с ним драться, честно. Я такой, я не драчун, смело могу заявить. Я не... А, там хоста, ё-моё. Хоста. Вивер с топа сейчас побежит. Да, что ж с промахи? Я боюсь. Вот так сделаю. Оп. Ну-ка. Оп, хорош. Так, у меня есть, если что, кнопка. Нормально, я живу. Таракан не покусают. Тараканы не покусают. Нормально, это минус 100%. Спарк... А, все, спарк пошел. А, спарк... О, хорош, второй спарк задушил. Отлично. Видели, когда? Прекрасно. Это получается круто. Первого, на первого спарка он не пошел. А потом все равно побежал. Такие, жадность, да, сработала. А там крипчика полетел. Но там на проход ставил специально. У меня сейчас медас уже будет почти. У меня... 40 золота, медас. 40 золота, медас. Но что-то как-то ребятки курочку вниз забрали. Да, давайте хотя бы ускорим ее чуть-чуть. Главное мне тут не сдохнуть, потому что... Вот с next медасом будем работать.
Хорошо. Оп. Ребята решили меня в меду запрессинговать с вивером. Так, медас у меня уже есть. Это очень хороший тайминг, кстати. 7-я минута. Ну, фарм идет. Фарм идет, ребятки. Фарм идет. Фарм идет пока что. Блин, вивер забавный парнишка. Давайте еще вот так сделаем. Два расходника еще взяли мы, ребятки, чтобы сейчас можно было почти на фул восстановиться с некстого темпеста. С некстого темпеста, чтобы можно было почти фул восстановиться. Ребята терпят. Терпят, ребятки. Можно было бы еще, кстати, этих подкармливать. Так, секунду. Это значит, мне вот так вот надо сделать. ТП-шка нет, кларетка мне нужна. ТП-шку вот так вот. Берем. Медасим, ребятки. Чтоб не запутаться, что мы должны сделать сейчас. Мы должны сейчас сделать, накидать себе много расходников. И взять, поднять себе экспу. И потом вот так, вот так и вот так. Все, погнали. Это в центр. Можно будет вот эту здесь бросить. И погнали. Этого пацана вот так вот. Оп, хорош, и драться. Я пока дойду там уже. В принципе, должно закончиться. О, бегу, бегу, бегу. Типа сейчас раскрутится, все раскрутилось. Отлично. Хорошо. Мега квил. Отлично. Так, ну все, покупаем первые, как говорится, ингредиенты для некрономиконов. Но задушили, кстати, мы уже оппонентов, да? 2-11. Вивер там молодец, хорошо пытается работать. Кстати, я команду себе не набирал, если что. Если кто-то скажет, как обычно, себе набрал команду. Я в телеграм-канале опубликовываю новости. Ребята, кто заходит, тот участвует в видосе. И все, как зашли, те зашли, ребятки. Так мы играем. Так что не забывайте подписываться на телеграм-канал. Там, кстати, еще сейчас подготавливается розыгрыш. Хотя, подождите, я не знаю, когда это видео выйдет. Ладно, я постараюсь его пораньше опубликовать. Это видео. Пораньше опубликовать постараюсь. Поэтому вот так делаем. Потому что он будет туда блинковать. Хорош. Ой, да продамажили. Да, это видео, наверное, в следующий четверг я выложу. Почему нет? Давно не было рубрики «А что если?». Вы же любите эти видосы. Почему нет? Правильно, правильно. Значит, пораньше выложим. Так что, ребятки, не забывайте подписываться на ТГ. Там, кстати, розыгрыш. Розыгрыш уже вот-вот, он на носу почти. Да даже, наверное, в понедельник я это видео выложу. Розыгрыш уже на носу, ребятки. Он уже на носу, и нужно, конечно же, ребятки, подписаться на канал. Там было условие подписаться на канал парня. И там я буду выкладывать видос, у него выйдет видос. И в этом видосе нужно будет вам оставить просто комментарий. Участвовать может каждый, даже не нужно тут играть, как обычно игровой розыгрыш у меня бывает, да? Этот розыгрыш можно будет спокойно, так сказать, не парясь, все сделать. Так что, ребятки, давайте, дерзайте. Дерзайте. Все будет огонек. Так, вот сюда, гоу. Умит. Кто тут у нас? Сревич. Он прыгнет просто и все. Шор-майор. Так, 11 минута. Некрономиконы почти имеются, да? Первый левел хотя бы. С первым левелом начнем леса просто ковырять. Ждем, пока ребятки поднимут все тогда. Там, кстати, Урса злой. Душит. Злой душит. И Войт там еще. Это тоже довольно-таки тяжело будет законтрить. У него будет прыжочек. Будет прыжочек. Так что пока не расслабляемся, ребятки. Про оппонентов рано думать, что там слабенько играют. Пацаны могут еще и дать чапалаху. Блин, мне так нравится, когда Тракса в команде. Обратите внимание, сколько у меня дэмэджа. Ласхитить крипов максимально легко становится под таким уроном. Прям пушка. Прям пушка. Так, ну надеюсь, мне парнишка на волке будет оставлять вот этот кэмп хотя бы. Хорошо. Вот так вот. Отлично. Там кларетка так и осталась. Пойдем в мид. А этим сюда. Так, побьем его. Хорошо, пол хп я ему слил темпестом. Так, этого я не добиваю. А, добил, хорош. Давайте возьмем. И, наверное, вместо ТП-шки. Ой, там дальше драка идет, да? Вот так сделаем. Дальше драк.
Ой, хорош. Хорош. Ну, на этого закинем флаг, чтобы его дамажило хотя бы. Туда спарка. По-любому туда же пойдет, да? Ну, по идее, рассчитано все, да? Хорош. Все рассчитано, как говорится. Отлично. Так, первый некрочи есть. Первый некрочи есть. Жалко, что до кэмпа далеко идти. Можно будет сейчас, в принципе, по чуть-чуть подпушивать. Но в целом, пока разгоняемся. Хорош. Этого тут заставим пофармить, сами пойдем на лайн. Хорошо. Там тавер фул хэповый. Может вообще тавера пока не трогать. Просто хочется именно силу некрочей посмотреть. То есть пятером собраться. Да, и типа с некрочами пойти задушить. Это же интересно. Вам не интересно самим, что будет, если будет создано... Получается, у нас 6 некрочей будет за счет меня еще, да? 6 некрочей, но это реально очень много. То есть, если так подумать, это... Я не знаю, как это законтрить. То есть, прикиньте, огромное количество демоноидов, которые ману сосут. И сжигают еще и пассивно. Но это реально очень жестко будет. Так, ну некрочи почти. Давайте стакнем лес вот здесь вот. Здесь лес стакнем, если что. Ребятам на подфарм тоже будет, как говорится, актуально. Так, некры двоечка. Сейчас можно будет, кстати, на этого. На пугну послать, да? Хорош. Есть у нас такая тема. Так вот, делаем пока. Угу. О, я не успел почему-то круг силы дать. Чего? Ладно, моя ошибка. Если честно, я сейчас просто не доконтролил. У меня руки сейчас такие дубины. Если что-то по стандарту я могу сделать. Я почему-то так долго. Я не мог F1, короче, нажать F1, F2. Жесть, это так тупо, я сейчас сдох. Еще так столько дэмэджа там получил. Я смотрю, у меня просто ТМПС стоит АФК. После каждого каста нужно ТМПС-то перекликивать. То есть ты кинул круг... Он сразу в автоатаку уходит, темпест. И нужно его перекликать. Я его перекликиваю. Смотри, уже поздно, короче, нажать F1. Ну, поздновато, еще круг силы. Сейчас чуть раскликаемся, намного лучше будет. Но пойдет. Пойдет. Так, нас пока поджимают, да, я так смотрю. Поджимают нас, да? Венга решил вообще без сапога просто некрономика нам сделать. Это, конечно, жестко. Так, ТПшечка, если что, есть у нас. Давайте что тогда дропнем. ХПшки. Вот так вот сделаем. Погнали. О, нифига себе. Ты ко мне идешь сюда. Оп, хорош. Только не успею медаснуть, да? Не успел я медаснуть. Но это не столь важно. Фраг я забрал, в принципе, медас я откатил, по сути. Так, есть, и некрочи 3 у нас имеются. Гоняют, пацаны, гоняют. Ну, оппозиция пошла, кстати, ребята начали душить. У нас пока что как-то скучненько, да? Но ничего, сейчас приоденемся. Собираемся, пачку некрономиконов посылаем. И посмотрим, что будет происходить. Блин, я не знаю, на самом деле интересно становится. Реально интересно. Так, некра тройка есть. Ну, 16-я минута некрочи 3 я сделал. Короче, 3 я сделал. Можно у ребят, в принципе, не забирать сейчас фарм, стараться на эншентах только быть. Чуть-чуть. Так, есть, отходим. И тревел бы мне еще сделать. Но нас пока что ломают. Пока что нас ломают, парни. Пока что нас ломают. Ой, хорош. Давай ману тебе за пулем. Ману за пулю. Хорош. Тавер сломали в миду. Мне, в принципе, фарм сейчас пока не нужен. Получается, у меня все есть, чтобы начинать делать контент. Давайте вот этих пацанов вот так вот. И по низу по чуть будем поддушивать. Ну, у ребят там мотивация выиграть прям лютая. Нам нужно по чуть начинать уже двигаться. По чуть. Пойдем в лесочек. У нас есть медас уже. Хорош. Некрочей можно суицидить, там даже не контролить. Вот этого медасим.
И ждем темпестов. Оп, хорош. Минус 60 маны. Сейчас, наверное, знаете, что сделаем? Темпестнем самого слабенького. Вот так вот сделаем. Чтобы у нас было золото. Нам нужно травела сделать по-любому. И начнем по чуть. Хорошо. Где собираемся, спрашивают. Так, тревел, мне нужно тревел. Я готов. Любой лайн. С топа. Или с мида можно. Хорошо. ТПшечки я дропну, наверное. Первая драка будет, конечно, лютая. Володька. Ага, Володька, это тоже хорошо. Но пока что можно го вылазку разок. Разочек сделаем. Пойдем. Икра есть у пацанов. Так, у нас есть 2, 3, 4 пачки некров есть, да? Траксы еще есть. Гонис. Хорошо. Первую вылазку сделаем. Тракса сейчас фарманет и гоу. Ага, вот так вот значит, да? И вот тут делаем. Хорош, вивера минус. Некров подняли уже, да? О, прыгает под некров. Ля, ты что делаешь, дядь? Хорош. Там, походу, без некрачей тот задышим. Да, ой, какой свап. Да такой себе. Пойдет. Жесть. Это просто без некрачей сейчас. Мы сейчас в пуш пойдем с некрами. Сейчас в пуш пойдем. Так, сделаю. Это без некров было еще. Имба говорит, так это еще не вся сила, лол. Там у нас некры. Лютый вот. Хорош, тэшку ломаем. Тэшку ломаем. Не юзайте некро. Просто пуш и б. Гоу рош. Рошку. Хорошо, все вместе, если что, юзанем. О, смотри. Урсевич там, лотар урса. Блин, не знаю, заберем мы. Попробовать с некрачами. Я, если что, мне откидаешь. Сейчас быстренько заберем, я думаю. Берите. Опа. О, я умер тут тоже, да? Вот так вот, значит, да, пацаны? Ну, получается, ГГшечка, да? Жесть, сколько некрономиконов тут. Сколько некрачей. И все это душится. И все это душится. Жесть. Вот это мы тут соснули. А как Урса вообще так без этого, без... Он просто отсюда подошел, да, походу, спокойно. Так, хорошо, нас ломают, пацаны. Интрижка пошла. Но нам нужно собраться, просто тяжеловато с ребятами договориться. Кто-то там просто на этом, на лесочке нажал тоже некрачей. Нужен договориться и двигаться. Рошан, кстати, нас сейчас подруинил. Подруинил чуть-чуть. Венга с сапогом, это радует. Урса злой, конечно, Урса злой. Можно сделать тоже лотар, но там Зевс. Ладно, все равно, у меня поле было, поле я на подсейф откинул одно, а второе поле... Как говорится, не успел уже. А Турса что-то надо. Давайте Ghost купим просто. Так как у нас тут такая тема, что возьмем Ghost просто. Не будем париться. Хотя Ghost брать тоже не очень хотелось бы. Как бы Ghost это, ну, не для этого героя. Артефакт. Что там, Траксу убивает, да? Вот так сделаем. Может, что-то и получится. Так вот. Он там до сих пор стоит. Хорош, сейчас 16-й апнем и погнали. О, крипы не заберут его? Хорош. Пойдет, 3000 золотых у нас имеется, парни. 3000 золотых и 16 левел надо. Урса лотар, конечно, Урса разносит. Урса разносит. Так, 16 левел. Можно, блин, дезолище сделать. Лучше сделать, конечно, наверное, манту какую-то. У нас некрачи подходят. На люкантропе еще. Го в пятером. Го в пятером. По лайну. Или дагерочек лучше взять. Давайте дагер возьмем, чтобы можно было Зевса зацепить, парни. Потому что Зевс тоже очень много моросит.
Зевса попробовать сначала убить. Зевса убьем. Погнали, на базу сходим просто. Мангусы можно скинуть. Если что, ребятам будем фласки покупать сейчас еще. То, что я так смотрю, я фарм это в любом случае забираю. Голдогерочек. Вот это продаем. Пятером. Мид. Толкнем. Хорошо. Там нанизу вивер, да? Давайте маны пососем немножко. Хорош. Отлично. Это наш клиент. Отлично. Все, не крачей по миду. Некры мид. Можно сейчас мид хг, мне кажется, зайти. Некры мид. О. Опа. Меня бьет. А я промахнул. Хорош. Некрат, смотрите, сколько некрачей здесь. Это ужас какой-то. О. Это можно забрать. Хорош. Мид, 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 пацаны. Мид. Посмотрите на это некрачей. Просто посмотрите, сколько некров здесь. Это ужас какой-то. Первая вылазка с некрачами. Как ломаться будет, парни? Ну-ка, смотрим. Включим еще. Ля. Ой, жесть. Давай, 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 погнали, парни. Так, ну некрачи упали. Жесть, там столько некрономиконов было. Давайте ставим поле и ломаем. Посмотрите, как они ломают эти некра. Просто мид. Просто мид ломается. Вот так сделаем. Хорош. Жесть. О, поймал. Хорош. Опа, Зевса свапнули. Догоню. Поставлю промах. Хорош. Жесть. Это лютая на самом деле тема. В начале, да, то есть мы так же проигрывать начинали. Б. Проигрывать начинали. И сейчас, получается, так вырвались за счет некрачей. Просто некрономикон пауэр называется. Парни, у кого какой ЛВЛ некры? Напишет пусть. У меня три. Так, три. Венга и Тракса. Все с 3 ЛВЛ. Верно? Так, давайте вот так, значит, минус ИИ. Посмотрите. Некрачи. Так, у волка. Волк. Го, скинемся. Волчаре надо скинуться, ребятки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вот так вот сделаем, да? Где волк там? Хилками. Иди на базу. Хилки есть, пусть продает. Пусть продает. Так, у нас 2600, да, значит, по золоту появилось. Отлично. Давайте еще сюда ТП. И по низу можно будет пойти. Травела, кстати, на базе я не выложил, это минус. Так, у меня КДшка пока что будет, да? 90 секунд, соточка. Давайте, знаете, что сделаем? Октарин. Через Октарин будем играть. Барабаны еще надо, ауры какие-нибудь. 6. Еще хилки. Еще хилы. Ты что, дядь? Отстань от него. Что ты хочешь? Оп. Оп, хорошо. Так, на базе дропаем. Поднимаем. Отлично. Я готов. Пятером соберитесь. Пятером. Готов. Го туда. Траксе 450. На что еще? Тракса что-то еще хочет купить. Так, ауры у нас замакшены, ребятки. Ну, Траксу надо, кстати, сказать. Давайте напишем. Тракса, когда всех некров поднимем, нажми 3. Когда всех поднимем. Давайте сюда, ребятки. Они по низу собрались, но мы сейчас тут сломаем. Сломаем. Даггер отлично, кстати, заходит. По кайфу. Так, ребята, они пошли у нас, да? Уж те серьезные ребят. Давайте топ толкаем. Я, наверное, одного темпеста отошлю на деф. Ой, что-то я не то понажимал, да? Хорош. Ля, там еще ультует. Да ты шо? Но, походу, они без дефа будут, да?
На ХГ. На ХГ зайдем, но я темпеста отдал. Переждем, наверное, чуть-чуть. Цек, не заходите. Пусть придут. Интересно будет, как они будут это дефить. Так, у меня почти есть, кстати. Вот так вот, 14 сек. 14 сек. Не, ну сейчас типа не варик. Нет, 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 ждем. Ждем крипов. Крипов надо ждать. У нас низ будет пушиться, да? Кстати, здесь пока вот так и... Где? Вот куда лучше поставить тут? Наверное, вот тут здесь ткнем. Сейчас крипы подойдут. И погнали. Вот, хорош. У нас ХГ падает, блин. Темпеста на базу отослать. Давайте, знаете, что сделаем? Темпеста вот так вот. Не могу, блин, кануть. Слышали? Вот этот звук. Г. Некрочи есть, ребятки. Некрочи пауэр пошло. Пошло дело. Смотрите, сколько некроп. Ой-ой-ой-ой-ой. Это что такое? Смотрите, как они ломают. Тракса дала баф. Роурни в него, брат. Хорош. Меня душат, пытаются задушить. Некрочи пауэр. Посмотрите, как эти некрочи уничтожают просто. Да это имба. Посмотрите. 104 урона один некр дальнего боя. Посмотрите на это. Это жесть. Это жестко. Я даже не понимаю, где я нахожусь на самом деле. Это что такое? Бэго. Жесть. Это люто, парни. Это люто. Го сюда. Просто. Это столько некрономиконов, что ужастик какой-то. Это просто жестко. Хорош. Но там меня пытаются... фокусить. Хорош. Отлично. И это жесть какая. Катка получается, ребятки. Но надеюсь, такой фановый контент вам зайдет, потому что, ну, забавная тема, забавная. А что если все игроки соберут некрочей? При том, что тут некрочей получается на одного больше, потому что я сейчас создаю темпеста. Это жестко. Там 100... 110 урона у Ренжевика. Просто 110 урона у ренжевика там. Это очень много. Это реально. Так, ну на основном, наверное, не будем некрочей трогать. Жесть. Давайте, можно будет по низу рошу. Можно. Можно рошана пойти, да. Можно, кстати, пойти, знаете, что сделать? Вот это вот так мидас, ну, типа пойти уже начинать напрягать рошана. Go. Хорошо. Можно по чуть начинать. Так, Геролета сбили у нас. Сбили Геролета. Поле я тратить не буду. И крачами потанчу. Берите. Сейчас уже темпест будет. Жесть, это реально очень жестко. Я даже не думал, что настолько лютый эффект будет. Хорош. Ашана забрали. Все на самом деле настолько легко дается, что ужастик какой-то. Низ, го. Сейчас зайдем на ХГ. Траксы, что там? Маднесы, барабаны. Это жестко. У меня все есть, в принципе. Я готов. Пайпа нету, да пофиг на пайп. Так, все тут у нас есть, да? Go. Аккуратненько. Это кто поднял некров? Риксар поднял. Стоп. Рекс без некров. Вместе все. Ждем, можно темпестом туда пока побаловаться. Меня больше всего прикололо, что-то я не могу понять, почему я здесь не мог тпхнуться, блин, кануться темпестом. Звук был. Что это такое? Что это такое? Как это зафокусить? Как это зафокусить? Топ я буду подпушать по чуть. Так, 4000 золотых у нас уже есть, да? Ждем всех некрономиконов, да, ребятки, ждем. Ждем и заходим. Просто хочется... Ну, мы можем и так, в принципе, сейчас закончим, да? Каждый там зайдет, скажет при таком видосе, что, типа, ну, можно сейчас закончить. Но, типа, сам смысл в том, что... Хочется именно со всеми некрочами, правильно? Правильно, это круто. Давайте Travel 2 возьмем. Я пойду на базу пока схожу. Иду. По низу, го.
Давайте, может, вардов еще возьмем. Есть вард? Да, три варда в пайке у нас. Берем варды. Тревела 2. Варды. Ребятки, погнали. 9 секунд ТП. С хайграунда начнем, наверное. Они, походу, до ХГ хотят начинать, да? Хотят сюда вот так расставлять. Палку душит. Надо палку разбить. Палку надо разбить, ребят. Оп, хорош. Г. Все, некрачей создаем. Некрачей создаем. Да вы посмотрите, сколько там дэмэджа. 33. Тракта, тройку нажми. Ой, ну как же вовремя залагал. Как же вовремя залагал. Но испоганил немного пуш, но все равно сейчас кайфанем. Не вовремя, что, Тракса прогуляла, что ли? Оп, поле даю. Поле даю. Тракса тройку нажала, не жмет Тракса, да? Нажал, он нажал, но не в тайминг. Но это жесть, все равно, обратите внимание, какой лютый пуш. Это нереально вообще, как это законтрить? Они просто жесть как души. Я даже, если честно, не понимаю, что происходит, потому что их настолько много, что это жесть. Колодец, го нафиг. Го колодец. Го колодец побьем. Го бить колодец. Сейчас будет одна секунда. Одна секунда, пацаны. А, вышел с поля. Хорош. Ребят, ну вот такая вот у нас катка получилась со всеми некрачами. 5 некрачей вы у меня давно просили. Вроде интересно получилось. Получается, у нас тут даже 6 некрачей. Немножко, если добавить какой-то синергии, допустим, вот сейчас Стракса немного, да, в крайней драке не нажала как надо, и некрачей не пробафала, получается дамаги намного меньше. И из-за этого получается такой небольшой минус дэмэдж. Ну как небольшой, минус 70 урона, извините, это не небольшой минус. В общем, ребятки, пробуйте эту стратегию с друзьями, это реально очень забавно, то что, ну, ХГ просто нереально жестко ломается, очень быстро ломается. Я даже не знаю, как это как реально это законтрить. Напишите в комментариях, как это законтрить. На этом все, друзья, вот такой видос вышел. Спасибо всем, кто посмотрел, с вами был Ксеназис, и до скорого. Кстати, спасибо всем, кто поучаствовал в этом видосе. Подписывайтесь на ТГ, он в описании, чтобы не пропускать такие видосы.